Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1402. События дня. Матфея 24:14. И проповедано будет сие Евангелие, Царствие по всей вселенной. Восвидетельство всем народам. И тогда придет конец. За 18 октября 2019 года. Обращение. Задерживайте, чтобы почитать так курсором. Видишь, как рассуждает Филарет Московский. Если ты не хочешь учить и вразумлять себя в христианстве, то ты не ученик и не последователь Христа. Не для тебя посланы апостолы. Ты не то, чем были все христиане с самого начала христианства. Я не знаю, что ты такой и что с тобой будет. Вот солдат вермахта я показал, как он одевается. Здесь все это, что есть. Олег Герман. Интересная встреча от начала до конца ролика. Человек, познакомившись однажды с Игнатием Тихоновичем, перестал брить бороду. А я заочно, познакомившись, бросил курить тоже год назад почти. Смотрю практически все видео с этого канала-то. Интересно и на пользу. Вот рассуждает. Вячеслав видел сон. Какое-то помещение, похожее на аудиторию университета. Парты вместе составлены, сидит много народу. Всякие министры, прокуроры, военные генералы, судьи. И в центре напротив сидите вы. Они как бы вас судят. И один из них засчитывает обвинение на вас. Засчитывал и говорит: «Игнатий Тихонович, что вы можете сказать в свое оправдание?» И тут вы встаете с Библией в руках и начинаете медленно говорить: «Я начинаю читать слово Владыки Вселенной». И далее резко и громко: «А ну, всем встать!» И вдруг все эти начальники с испуганными лицами как скачут со своих мест и друг на друга смотрят и сами понять не могут, почему они выполнили команду подсудимого. А далее я проснулся с большой радостью на душе. Вот еще как. Я пишу, что у Иова, там 41 глава, про Илью я, книга Иова. А Зоус говорит, что это просто безбожник. Ну а что день-то? Сидел дома опять здесь же, жени, в деревне. Идти некуда. Занимаюсь голубями, еще воробьями не занимаюсь, рановато. Снега нет. С кошками. Отвечаю вопросы. В интернете все время. Целый день смотрел воспоминания, письма немецких солдат, генералов.
много полезного нашел. Ну, на 100% я не уверен, тот, кто ведущий, что это письма. Может быть, сам придумывает он, не знаю. А есть такие, которые прямо видишь и веришь, что по-другому не могло быть. Вот один хотел быть священником, там горные отряды готовили. Вот тут я поверил. И, можно сказать, у нас все.